Как мне все это надоело. Каждый день видеть эти лица, слышать эти разговоры, обменно улыбаться. Как мне надоели эти маски, меняющие друг друга со скоростью времени. Снова и снова, постоянный круговорот. Ложь, предательство, притворство, лицемерие. Ни капли искренности. Ничего нет. Почему ваши сердца окаменели? Неужели они не способны больше любить? Откуда столько черствости и безразличия? А в глазах тоска и безнадежность. Пустота и бескрайнее одиночество. Где, как, куда, что делать? И вечный поезд. Остановитесь, обернитесь, посмотрите, как прекрасна жизнь, вдохните ее, пустите свет в ваши души, согрейте близких вам людей. Это так просто и так сложно.